Здорово! Вышла долгожданная серия у Алана Бейкера, продолжение анимации против Майнкрафта, уже 29-й эпизод. Называется «Вселенная», как я понимаю, нотных блоков. Погнали! Шо это? Так, какие-то животные танцуют в воздухе. Что это? Зайчик начался. Это похоже на какой-то рай. Какой зайчик? А, животные танцующие. Шо а что люди на дух... Это мюзикл Диснея в Майнкрафте. Ну, грибы есть в Майнкрафте, знаешь, там все такое. Да. Я понял. Это все грибы. Выдели фиолетового. Ну, грибов, грибочком поделитесь. Я в горы. Как они говорят. А, она будет вся музыкальная. А, он выбивает, смотри, по блокам. Фиолетовый мужик. Где он? А, он у них просто по-человечески спросил, где фиолетовый мужик? Они поняли. Такие, мы не понимаем. А он такой, я вам сейчас по ноткам пробью. Фиолетовый мужик. Вот такой. Побежал туда. Странно. Что? Это как Диснея. Что происходит? Ла-ла-ла-ла. Нормально. Интересные животные такие. У них такой просто способ общения, понимаешь? Слушай, тяжелые с собой таскать. Это чтобы общаться, получается, приходится. Даже деревья, видишь, из нотных блоков. Сейчас с Варденом пообщается. А, ну с ним пообщаться. А это же зомби и малыш. А что-то летает. А что он летает? А он тоже общается. Он какие-то такие волны, рейв у него. Так слушай, подожди, тут не злой вообще. Ну. Тут уже ту-ту-ту-ту-ту-ду. Погнали со мной. Это пьяненький. Тот, что на нее колесит. Да. Поели каких-то. Это ж BTS! Не, смотри, они так танцуют, так все вышли, интересно. Вот, возьми переключатель, и будет тебе удобнее общаться. Где фиолетовый мужик? Чувак! Фиолетовый мужик. Там! Он пошел туда. Туда-да-да. Именно туда. Спасибо. А все? Закончился заряд нотных блоков? Он же заканчивается. Так. Не знаю, что-то рычаг подергал, а оно нотки не выдавало. Так, подожди, ты что? Веселый чувак. А, это жители? Да. Что они туда? Ну и где они? В этом. Тепло одетые. Одежда. Ну, тепло одетые. Видел еще. Это как-то. Где-то в северном, короче, каком-то биоме. Горные чуваки. Да. Жизнь это мюзикл. Где фиолетовый мужик? Туда-сюда, он жиг-жиг. Блоки не должны по-нормально общаться, нет? Стоп, они у него выкинули. Они на него нападают, слушай. А, он сам стал петь. Видишь? А, нормально, сейчас за своего примут. О, да, магеш. Все нормально. Будешь нашим вождем теперь. Расскажу, поешь. А, еще Тансон. Тансон. Да. О, они даже в форме сердечки выстрелились, как мило. Что это
дети или мужик, они не по чем-то. Да поздно, он уже тоже сам уже начал петь, видишь? Раньше нужен был нотный блок, чтоб не то успел. А вот кажется, фиолетовый дядька бежал. Да, бежал вон туда, где он бежал так. Да-да, бежал туда. Хорошо, я пошел туда. Спокойнее, спокойнее, Вадим. Пока. О, красная пустыня. Терракота, да? Да, это терракота? Ну, вроде. О, ламы, где-то должен быть торговец. Ламы тоже поют? Лама, где торговец? Мы потеряли торговца. Будь нашим торговцем. А, они же харкуши. Кстати, а вот они что-то... А, я хотел сказать, они что-то не поют. Они просто плюются, они битбоксят. А-а-а. Ламы битбоксят. Логично, они ж плюются. Да. Смотри, какие у меня есть товары. Есть ведро с рыбой. А еще возьми рыбку, братан. А еще возьми с грибом. Грибочки. Вот они грибы, понял? И цветы, и все для тебя. Драгдилер. А еще у меня есть вот такие материалы. Кораллы. Вот такие, такие, такие и такие. Это очень навязчивый такой, знаешь, торговец на рынке. Ну, плиз, ну, купи, такое все есть у меня. Куча бархла. Вон он идет, медленно. Что такое, тадам? Все, побежал, сваливает в закат. Ты что, ты куда? Стой! О, объем, объем, 3D, слушай. Фиолетовый, стой! А я думала, они только в одной плоскости двигаются. Фиолетовый, стой! Так ты спой ему. Мужик, стой! А он, интересно, может так петь или нет? Он, получается, не может, не работает. Ого. Что это? Стоп. Знак стоп. А он, видимо, фиолетовый не хочет и музыки. Он ему все не хочется. Он, видно, что... Он не умеет. Что ему это не надо. Вот ты сделал в клетке, посадил. Всех нас. Зачем ты это сделал? Козел. И все, сваливает и не отвечает, смотри. Да псих. Ну, вообще какой-то бежит, 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 бежит. Ничего не отвечает, ничего не объясняет. Ты его свяжи нотками там, я не знаю. Так, вот взял, свалил. Зачем? Зачем? О, не, он тоже может, видишь? Нотками разрушил все. Бесполезно. Ну ладно, у меня тоже есть элитры. А что ты бежал, если у тебя такое есть? У меня есть элитры. А, он просто может немного прыгать, наверное, у него фейерверков нету, чтобы полетать. Погоди. Ой, маленького собрал. А, ангел или девы, что же выберешь ты? Будешь ли ты хорошим? Ой, что-то так торкнуло. А, злой смайлик. Значит, будет плохим? Он, короче, что-то бесится, смотри, по жизни. Он, походу, сам запутался и не знает, кто он. А что ты бесишься? Ну, потому давай что... Давай поговорим, братуха. А он не хочет говорить, видишь? Он сам растерялся и запутался. Я хочу спрыгнуть с этой горы. Так, тихо, спокойно. Видишь, две нотки, они кружились, потом вот так подожди, вот было. Подожди, подожди. Инь-янь. Это мама с папой его. Родили фиолетового. Родили. Логично. Розовая мама, синий папа, наверное. Он начал бить папу. Он, короче, агрессивный папа, был. Вот тебе. А папа начал бить оплюху, его. Типа, драться давай. А он такой, мама, защити мама, меня. Мама, видимо, погибла. А, папка его тренировал. А мама куда-то исчезла или нет? Папа его просто бил. А мама защищала. А, видишь, у него было насилие в семье. Папа, не уходи за хлебом. Нет. Подожди. И он вырос, видишь, он все растет, он растет. Мама рассыпалась. А чем еще, что мама? Может, тоже папа? Да нет, мама. А, мама умерла. Ой, капец. И он один остался. Мурашки. Папа был жестокий. А мама была добрая, но умерла. И синий. Это батя. Ах ты, козел. Папка. Слышишь, ты? Я тебя бью. Я нотный бог. Не, он слишком высоко забрался. Он недосягаем был для своего сына. Ого, слушай, какое 3D крутое, глянь. Стал королем.
чтобы доказать отцу, что я достоин. Или не доказать, чтобы убить его. Не, доказать, что я тоже достоин. Видишь, пытался победить, а отец его постоянно тырил. Понимаешь? Он это делал ради того, чтобы доказать отцу, что он чего-то стоит. Да? Я так думаю. За серия отличается все. Вообще отличается. Подъем. Прям экспрессия, капец. Оранжевый стал во главе. Только пойдем со мной. Вообще круто выглядит. Видишь, он всех распихал. По головам пошел. Крал Майнкрафт. Всех сбросил, короче, чтобы оранжевому прислуживать, походу. А, я не всех посадил. Потому что оранжевый был королем. И сказал, что типа, если ты со мной пойдешь, то ты докажешь отцу, что ты вот крутой. Нет, стой, не надо. Ты нет, я пойду. А такой, давай, спасибо за Майнкрафт. Он сейчас возьмет. Такой, дай ручку. Он такой, по руке дай мне Майнкрафт. Он сейчас блок Майнкрафта возьмет, да, а его скинет, его походу. Скинет, да. Что ты мне нахрен не нужен. Он тебя подставил. Да, это было очевидно, блин, чувак. Зачем ты ему доверился? Ты... Все ради бати, чтобы доказать бате. И в итоге снова пал. Так и не догнал. Блин, грустно. Угу. Хороший я или плохой? Хороший плохой. Выбрал. Ой, плохого выбрал, да. Я плохой. Или нет? На тебе элитры. Не, он просто его обнимет. Взлети высоко и сними их. А, он реально дал ему? А, типа ты не должен быть ни хорошим, ни плохим, ты должен был, наверное, быть самим собой. И с друзьями. Кажется, просто рисованные человечки, а тут такая драма происходит, смотри. Да, какая серия. Вообще душевная. Как вложено. А, вот-вот, крылья, это ангел, ангельские литры и нимб, да-да-да. Все, решил быть, короче, хорошим. Рен теперь, походу, вместе будут побеждать этого оранжевого короля. А, вот у него пули фейерверки, чтобы лететь нормально. Или это? Оранжевого короля. Король оранжевый, а фиолетовый... У фиолетового пули фейерверки. Ну да, да, да. Зерна у него. Ну да, да. У зерна были элитры. Угу. Там же, получается, оранжевый всех заточил в клетке. Помнишь, там был в серии, кто был большой бум он сделал? Угу. Вот, 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 вот. Аннигилирует все. Супер Майнкрафт. Майнкрафт 1.18.2. 1.19. Такая уже версия была. 1.19. Нет, такая уже тоже была. Обновление. А вот он, не дал свершиться чему-то плохому. А, вон они все сражались. Вот это да. Да, помнишь, думаю, каждая серия была посвящена тому, что каждый из них в портал попал и нашел себе разных новых друзей. И новые способности. Тебе континент. Слышишь, прикинь, так начиналось, сказала бы так лайтовенько, думала. Ну, мюзикл такое, какие-то, коровы что-то пели. Потанцевали какие-то. А потом пошла такая, драма, что-то... такая движуха. А такой 3D и такая вот история. Ну, это, конечно, это прям моща. Да. Это прям, конечно, моща. Правда, я думала, что у них нет вообще родителей. Я думала, что их всех нарисовал этот Алан Бейкер. Ой, типа Алан Бейкер. Алан Бейкер, это исполнитель. А, Алан Бейкер, да, все правильно. Нет, все правильно. Алан Бейкер. Алан Бейкер сначала правильно сказала. А тут получается, видишь, показали драму, что они есть, которые сами себе существуют, что у них есть там мама и папа, понимаешь? Что... Ну, это вот для этой драмы. Я, честно говоря, не поняла, почему фиолетовый так сильно хотел доказать своему отцу, чему-то он достоин. Слушай, если такой отец говнюк, мне кажется, проще на него забить. Потому что ты для такого человека никогда не будешь достаточно хорош. Он всегда начнет приколупываться к чему-либо, никогда тебя не похвалит, понимаешь? Вот есть люди такие гадкие, которые вот пофиг, ну, типа, на достижения. Есть же такая, типа, ну это ж папа.
Ну и что? Какое бы не. Блин, я не знаю, мне кажется, ему лучше было действительно сфокусироваться. Как бы грустно, что у него там мама погибла, но вот у него уже были друзья, и видишь, в конце все-таки он сделал правильный выбор, он решил не гнаться за каким-то недостижимым авторитетным отцом, который вообще непонятно зачем должен был его признать, хотя, по сути, отцу вообще на него было пофиг, было видно по жизни. А можно было просто вот выбрать друзей и жить с ними, наслаждаться жизнью, вот. Ну, вот он в конце, походу, такое и выбрал. В общем, вот такая вот получилась серия, вот такая вот получилась на нее реакция, очень интересная серия, будем продолжать смотреть, что там будет дальше. Спасибо большое вам за просмотр. Пока. Неплохо, неплохо. А давай еще это видео посмотрим. А может лучше это? Сложный выбор.